Здравствуйте, меня зовут Кудина Наталья Викторовна. Мой водительский стаж около 7 лет. Кто не любит путешествовать, да? Ездим по городам Беларуси. Как говорится, теперь мое хобби – это творчество. Вот. Каждый раз, когда приезжаем на заправку, чтобы заправить автомобиль, всегда пользуемся картой. Еще в придачу что-нибудь можем купить вкусненькое. То есть наше место, где мы живем, оно, ну, там достаточно заправок. И мы, конечно же, заправляемся именно на этих заправках. Заправляя свой автомобиль, я, конечно же, применяю карточку «Беларусьнефть» и расплачиваюсь картой «Белкарт». Это было неожиданно. Это было как раз, когда был у младшего сына день рождения. Вот, когда позвонил Георгий Колтун, мы, конечно же, не поверили. И нам показалось, что это немножко наши друзья нас разыгрывают. Вот, потому что и день рождения, и какие-то эмоции немножко наложились, вот, сплелись. Но это был неожиданный подарок, конечно. Да, это здорово. Спасибо большое. Я разделила свои эмоции со всеми, кто был со мной рядом. И это моя семья. У нас автомобиль Suzuki Liana. Вот, и она нам принесла удачу. Еще обсуждаем этот вопрос. Конечно же, решим семьей этот вопрос. И потратим на что-то нужное. Хотелось бы поблагодарить организаторов этой акции за то, что дарите вот такие эмоции. А всем остальным желаем удачи. Заправляйтесь на заправках «Беларусьнефть». Mm-hmm.